drives to that. Таким болотом, конечно. Боя, так сказать. Лёх, вот преимущество Ямахи, да? Катаем как хотим. Thank you.
Ямаха рулит? Да. Давай! Собачонку. Хотим пригласить вас на день открытых морей. Числа будет лайт. Можете брать технику любую. Сусаны, ЦФы, Сосуны. Какие еще есть? Лайт. Везде можно объехать. Ничего сложного. В принципе, все как обычно. Покажи парней, все чистые, все нормально. Фото сделать нам. Фото сделаем. Какие еще есть марки? Смотри, это же хмыри на болоте. Хмыри, да-да-да. Здесь на первый взгляд небольшой ручей, но у него глубина вот по пояс. И очень крутой обрыв. Поэтому сейчас должны быть интересные кадры. Посмотрим. Пока мы здесь. Ой, Лёха, нормально? Что там, большая ширина? Какая? А, нет, там нет глубины. Что? Там нет глубины. А, там мелко? Такая. А, узкая. И ты ее перелетел, да? А мы здесь, значит, 15 человек долбоебы, да, стоим?
надо? Нормально. Ничего не придавило? Нет. Блядь, это были охуенные кадры. Этот, я что научил? Ты живой? Подожди. Нормально, Лёва? Да. Сейчас знаешь, что сделать? Сейчас надо её на козла вот там поставить. Стекла, чтобы вода... Да, и завести. Давай лебёдку. Да, лебёдку. Вытащи. Да! Может, давай так посмотрим. Блин. Ну, чуть-чуть соснул, да. Надо его перевернуть, чтобы слить. Давай его на жопу поставим, чтобы сглушитель все вылез. Да, 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 папа, вперед, давай. Вперед его. А там поставьте на это, на парковку или на что-нибудь, хотя сейчас покатится. Давай. Все равно колеса крутятся. Самое главное. Я думаю, что парни ничего не произойдет, особенно. Три камеры они снимают, да? Нашли злачные ребята, да? Охотники за эпизод. Двух сторон. Одну имаху, он Лёх, уже утопил. Дали ему вторую. Да бревна еще нет. Да нормально. Бревно-то. Хорошо,